Руководитель службы миграции МВД Приморского края провел встречу с переселенцами с Украины, ЛНР и ДНР. На встречах царила дружеская и теплая атмосфера. На все вопросы были даны исчерпывающие компетентные ответы. Далее состоялась церемония принесения присяги некоторыми гражданами. После этого полковник полиции Владимир Чекменев в торжественной обстановке вручил им российские паспорта. У гражданки 46-го года рождения отсутствовали документы, необходимые для принятия заявления о приобретении гражданства. Нами в кратчайшие сроки, без возможных проволочек, были приняты у нее документы и принято положительное решение для приобретения данной гражданкой гражданства Российской Федерации. Сегодня в торжественной обстановке она зачитала присягу гражданина Российской Федерации и была документирована паспортом гражданина Российской Федерации. Большинство граждан благодарили за внимательное отношение к ним и человеческую заботу со стороны сотрудников полиции, органов власти, а также помощь и участие неравнодушных жителей Приморья, которые находятся рядом и оказываются отечественникам содействия в решении проблемных вопросов. Анна Дьякова, новости на восьмом.